Скоснить он их самостоятельно не мог. Нужно было получить письменное разрешение от императора Римской империи Октавиана Августа. Посылает ему письмо, и когда Октавиан Август его подписывал, он в сердцах воскликнул, что лучше быть свиньей Ирода, чем его детьми. Ужасно был человек, кровавый. Вот красная лента через все его правления, прошли казни без суда и следствия, высылки. Но вот очень много он здесь построил. И храм Иерусалимский заново отстроил, знаменитая крепость Масада на берегу Мертвого моря. В Иерихоне большие дворцы были. А вот здесь, на берегу Средиземного моря, находился довольно-таки большой участок земли, который Ироду не принадлежал. Здесь жили финикийцы, это была небольшая рыба.